Ну здрасте, здрасте, ребятки. Наверное, с первых моих серий меня просят напечатать вот этими замечательными крышками от ПЭТ-тары. Судя по значку на изделии, это выплавленная двоечка. Это полиэтилен низкого давления. Но я же уже пробовал печатать из полиэтилена низкого давления, и ничего не получилось. Ну да ладно, специально для вас я попробую еще раз. И подмешаю, возможно, еще какой-нибудь пластик, если ничего не получится. Очень рад, что к нам скоро еще кто-то присоединится в области 3D-печати. И можешь быть ты, если выиграешь вот этот вот фотополимерник. Ссылка под видео. Ну что, приступим разматывать эти красивые пробочки. Для начала мне нужно полечить кастрюльку. Помните, как в прошлый раз ее порвало ножами? Да, испугался я, конечно, в прошлый раз. Ведь эти ножи могли вылететь и просто, как пуля, пробить меня. Я даже не ожидал, ведь кастрюлька должна быть рассчитана под такие нагрузки. С этим косячком мне хотел помочь Владимир, вытащив из 150-й трубы кольцо. Но оказалось, что есть в магазине вот такие хомуты. В магазине сейчас можно купить любую гайку, болтик и даже какое-нибудь экзотическое крепление. Вот и я с легкостью нашел хомут на 150 мм, как раз под кастрюльку. Длины штатных болтов, конечно же, не хватило. Пришлось воспользоваться моим НЗ. Прошлым летом на свалках-помойках я набрал целый бокс этих прелестей. Ну, думаю, что этой полосы достаточно. У крышек какие-то силиконовые прокладки, что ли, внутри. Надо от них избавиться. Катерина! Я скромная няша, я няша... Катерина с радостью согласилась вытянуть 2-3 часа на это увлекательное и занимательное мероприятие. Кстати, Катерина хочет отправить кому-нибудь из вас бендера из прошлого видео. Боржик-струдер сборка. Переходи по ссылке и посмотри, если не видел, какого бендера ты можешь получить после выхода этого видоса. Вот они, крышечки, набранные не за один год. Наконец-то они обретут свой покой, дав вторую жизнь какой-нибудь хитро замудренной детальке. Ну а тут, я думаю, комментировать особо нечего. Засыпаю, крашу, получаю удовольствие от измельченного материала. При принудительной энтропии этот материал выделяет тепло почти до 50 градусов. Крышки оказались очень прочными. Посмотрите, как крупно измельчился материал. Ну да ладно, крупные куски оставлю для следующих экспериментов. Ведь когда-то же я должен собрать какую-нибудь пресс-машину. Ну, в общем-то, дробленка из полиэтилена низкого давления готова. Не знаю, что с него получится. Будем ставить китайчика. Пошла жара. Температура 180 градусов. Что-то я не уверен, можно ли с него что-нибудь напечатать. В прошлом видео вы, наверное, видели, что все закончилось неудачей. Прошлое видео – это когда я плавил полиэтиленовые пакеты низкого и высокого давления. Это было года полтора назад. Советую посмотреть этот видос. Столом протяжки я тоже не стал пользоваться. А зачем? Филамент и так вытягивается стабильно. Вон какой красавец получился. Нить получилась очень крепкая. Но без особой твердости, это меня уже настораживает. Диаметр чуть меньше стандарта. Но это же не беда. В слайсере можно поставить любой диаметр нити. Ну, метров 20 я натянул. Посмотрите, как она расширяется при выходе из сопла. Может, я делаю что-то не так? Может, материал следовало очень хорошо просушить? Пишите. Пробуем печатать. Хотя ничего хорошего с этого не получится. Я уже вижу. Ну вот вам и результат. При остывании материал получает напряжение, если я правильно выражаюсь. А точнее, становится меньше при изменении температуры. Вследствие этого печать такими материалами просто затруднительно. Конечно, может быть, термокамера поможет, но, к сожалению, у меня ее нет. Попробую подложечку из ПЛА напечатать. Может, с ней получится.
Ай, какой красивый! Кусок получился! Уже что-то! Что-то уродливое напечаталось, но очень крепкое. Обалдеть! Попробую уменьшить скорость до минимума и поставить своевременный обдув, собранный из подручных средств в предыдущих сериях. Думал, эта конструкция будет временной, но оказалось, как всегда. Низ отпечатался, но очень плохо. А вот вверх, сами видите. Может быть, попробовать печатать на какой-нибудь решетке? В общем, ничего хорошего. С этого не получилось. Точнее, наоборот получилось. Мы получили результат, чтобы в будущем вы не парились с этим типом материала в 3D-печати. Ну, в общем-то, как я и говорил, в ранних видео я уже пробовал печатать этим материалом. Ничего с этого хорошего не получилось. Этот материал очень хорош для литья пресс-формы. Ну, а для 3D-печати он не подходит. Ну, давайте попробуем, наверное, смешать его с ABS, что ли. Амортизационные свойства полиэтилена очень хороши. Это было видно при измельчении. На 30 тысячах оборотов ножи не смогли размолоть данный пластик. Попробую добавить его в ABS, получится ли с этого вообще что-нибудь. Эх, уж больно руки у меня чешутся испытать этот материал с помощью пресс-станка. Кто хочет мне машину для пресс-формы подарить, признавайтесь. Прут получился очень красивый, с серым отливом. Быстренько смотаю предыдущий филамент, ну и намотаю новый тип пластика. Посмотрим, что с этого всего получится. Печатать я решил на другом принтере, более стабильным, тихим и с обалденным столом, который мне подарил Георгий из компании King Room. Как раз для испытательных целей. Живучая оказалась машинка. Да, по аудиотрекам я хочу применить нестандартное режиссерское решение. Злую мы тоску в дом не пустим. Мы развернем дорог постов рулон. И под дождями Петербурга. Ну а теперь любимый тест. Правдивая колотушка. Вверх-вниз 1 мм. Толщина стен 0,8 мм. Заполняемость 60%. Фигачил я по диску очень прилично. Но результат вы видите. Каждый день, каждый час за обоим. Ну и напоследок хочу напечатать так называемую педаль газа. Вот для этой прялки. Вот эту нить я уже получил из PET-бутылки. Все это задумано для того, чтобы связать кофту из бутылок, которые валяются на улице. Думаете, получится? Я решил печатать на двух принтерах, для того, чтобы побыстрее все закончить. На втором принтере я решил печатать из ABS, который тоже получил путем измельчения бракованных деталей. В прошлом видео я это демонстрировал. В общем-то, педалька готова. Надеюсь, вы увидите в будущих сериях, как я получаю пряжу из PET-бутылок. Не уверен, но думаю, что следующее видео будет о гирозапорожце, которое ты можешь увидеть первым в Instagram. Ссылка под видео. Слышали о таком вертолете, который сейчас на Марсе под названием «Изобретательность»? Я уже нашел соосную систему с автоматом перекоса. Так что, хочу собрать этот вертолет за $100, а не за 85 миллионов. Как собрала НАСА. Конечно, это будет не точная копия, но что-то похоже. Ну а теперь, за что же ты сможешь получить бендер от Катерины? Кто первое видит и напишет, что изменилось на протяжении этого видео, получит от меня этого бендера.
Не забывай, что твоя удача уже рядом. Возможно, ты это имеешь. Вот этот фотополимерный 3D принтер. Ссылка, как его поиметь, под видео. Ну а с вами не прощаюсь. Храни вас Господь. До встречи. Сколько бы ни говорили люди, зачем, мы все равно дальше жить будем. Когда уснешь на моем плече.